Так, самая незаменимая вещь в диагностике в походных условиях. Страшно резать. Сазон шло из-за рубежа. О, коробочка. Зашибись. Довольно-таки быстро дошло раньше срока. Вот такая вот забавная штучка. Инструкция на русском не видно, на английском языке. Ну, в принципе, интуитивно все понятно. Главное, что чехольчик для перевозки уже хорошо. Можно кинуть в рюкзак и не брать с собой ни мультик. Можно померить температуру, можно померить сопротивление, конденсаторы, все что угодно. И даже минимальное значение утечки тока. За него уже столько раз говорили, столько много всего прекрасного, что вот решился купить. Здесь у нас аккумулятор находится небольшой, и он уже, кстати, подключен, как ни странно. Но тем не менее, для диагностики, я думаю, в походных условиях более чем с хорошей точностью, маленький, компактный. Попробуем включить. О, заработало. Сопротивление, диоды прозвонка, пикофараты, герцы, температура. Так, миллиамперы, АЦ, DC миллиамперов, обнуляем и идем проверять.